Друзья, привет! Фикс прайс на Клондайк 24. Посмотрите, какой стенд оформили. Все готово к Новому году. Давайте скорее рассматривать. Вот такая милая декорация. Называется «Девочка на лыжах с палками лыжными в шарфике, в шапочке». Стоит 77 рублей. Новогодние гирлянды. Вот такие нитчатые шары. В этот раз они в цвете металлик. Тут 10 светодиодов и длина гирлянды 160 сантиметров. Разные расцветки. Есть вот такое розовое золото, золотые, серебристые, голубые гирлянды. Работает от батареек, их нужно докупить отдельно. Стоит 299 рублей. Декорация называется бант. Три бантика разного цвета, золотые, красные и серые. Стоит такая декорация 99 рублей. Есть вот такие небольшие бантики, тут 12 штучек, цвет красный, золотой и серебристый, цена 149 рублей. Декорация снежинки, они на самоклеящихся таких липучках, в наборе 14 снежинок и стоят они 50 рублей. Красивые цветные елочные шары, 4 штуки, 149 рублей. Подвесные декорации, деревянная елочка, вот такая с шишкой, 77 рублей. А рядом декорации пластмассовые, елочка внизу, кисточка. Есть другие формы, тут вот олени. Длина декорации 22 сантиметра, цена 77 рублей. Вот такая красота. Подвесное украшение 17 сантиметров. Изящное украшение, кристаллики на конце цепочек. Длина 17 сантиметров и стоит 77 рублей. Следующая декорация, тут две штучки в наборе, смотрите, шарик с оленем, с бубенчиками, сердечко со звездочкой, состав дерева, джут и сталь, и цена за две штуки 99 рублей. Дизайны там разные, можно повыбирать, есть с елочками и другие разные формы. Тут в пакетике новогодние бусы, длина 2,7 метра. Прозрачный пластик, переливается перламутром, по составу полистирол, цена 99 рублей. Форма бусинок разная, можно повыбирать. Ну и, конечно же, есть елочные шарики разноцветные, 6 штук, 6 сантиметров, стоят 99 рублей. Там большие шары за 149 рублей. Следующая декорация очень интересная, раньше таких не было. Декорация новогодняя. Подвесная и светящаяся. Внутри такая светодиодная ниточка. Светиться будет теплым белым светом. Батарейка уже в комплекте. Елочки есть разного цвета. Серые, красные, бирюзовые. Также декорация есть в форме звездочек и в форме сердечек. 249 рублей. Для деток можно купить на праздник вот такой карнавальный ободок. Тут и рога, и ушки, и бубенчики. Стоит он 99 рублей. Конечно же, ободок в виде тигренка, потому что следующий год тигра. И вот такие оленьи рожки, блестящие, разноцветные. И мишура есть, симпатичные. 99 рублей. Как и в прошлом году, есть вот такие снежинки из мишуры на пластмассовом каркасе. Есть они в разных расцветках. Также есть такие в форме елочки, тоже на пластмассовом каркасе. Упаковка с новогодней мишурой. Тут 60 штук по 30 сантиметров. Разные расцветки, стоят 55 рублей. Украшение новогодний дождик. Размер 48 на 90 сантиметров. Разные расцветки. Цена такого дождика 55 рублей. В этом году привезли вот такой занавес, дождик, метр на 2 метра, разные расцветки. Мы подобные покупали, очень классно использовать как фотофон. Или можно повесить поверх шторы на карниз, стоит 149 рублей. Следующая декорация стоит 249 рублей. В стеклянном шарике вот такая светящаяся композиция, тут олень около елочек. Сверху на шарике есть ленточка, можно подвесить на елку.
очень симпатично смотрится. Светиться будет теплым белым светом. Цена 249. Рядом снежные шарики. Как обычно, классические шарики. Небольшой размер. Внутри Дед Мороз, снеговик. Шарик со снегирями. Стоят такие шарики в этом году уже по 199 рублей. А вот такие наборчики в тубусах. Это набор для оформления подарков. Тут лента 5 метров шириной сантиметр и 8 бантиков. Наборы разного цвета по 77 рублей. Стеклянные елочные игрушки в упаковке. Тут 8 штук. Размер у них 4 сантиметра. И стоит такая упаковка 149 рублей. Есть шишки, есть шарики. Конечно же, привезли искусственные елочки, а есть зеленые и белые. В том году белые очень быстро расхватали, так что если вы ищете, покупайте, пока они есть, по 149 рублей. Свечи бенгальские 6 штук, 27,50. По 299 рублей вот такие тигрята мягкие. Тигры есть белые и рыжие. Давайте посмотрим посуду. Много разных красивых кружек. Посмотрите, какие классные рисунки. Приятные такие неяркие расцветки. Сделана кружка под мрамор с золотыми полосками, каемочками. Надпись. Объем 360 мл. Сделаны из фарфора. Разные дизайны, снежинки. Цвет розовый и голубой. Такие кружки стоят 199 рублей. Смотрим дальше. Вот такая красота с красными машинками, с елочками. Кружка белая снаружи, красная внутри. Объем 430 мл. А здесь едет мишка на машинке. Сделанная из фарфора, стоит 149 рублей. Эти кружки самые дорогие, самые красивые. У них самый большой объем 560 мл. Сделаны они из фарфора и цена 299 рублей. Смотрите, какие красивые дизайны. Выбор большой. Можно такую кружку подарить кому-нибудь. Но цена, конечно, высока. А есть еще вот такие кружки с разными надписями, с тигрятами. 370 мл. Эти кружки стоят 99 рублей. А вот тут забавное. Написано «Кусь». Разные тигрята нарисованы. Тоже неплохой вариант для подарка. И уже нам знакомые с прошлого года. Вот такие тарелки называются гномик в форме звезды. Сделаны из доломита, стоят 149 рублей. Есть в виде звезды и в виде елочки. Для салатов, для разных закусок продаются вот такие минажницы в форме елочки. Приятные расцветки, ягодный цвет. Стоят такие минажницы в этом году 299 рублей. Цвет красивый бордовый, бежевый, молочный, серый цвет есть. 77 рублей доска новогодняя. Скорее всего, это декоративный вариант, конечно же, с тиграми. Сделана доска из фанеры. Производит Россия, дизайны разные, целая стопочка, можно повыбирать. 77 рублей. Разные новогодние салфетки, 33 на 33, 20 салфеток, 55 рублей. Для детей вот такую поделку можно взять, это сборная новогодняя игрушка, разные дизайны. Размер игрушки 10 на 7 и на 2 сантиметра. В наборе есть цветная заготовка, клей ПВА, кисть и подвес. Наборы изготовлены в России. Можно выбрать дизайн, зверюшку. Такой набор стоит 99 рублей. Как обычно, есть разные наклейки в продаже. Разные дизайны, разные формы. На окно можно клеить, снежинки. Дети обожают клеить. Не только снежинки, снеговички есть. Кстати, мы покупали, отклеиваются потом легко. Цена от 55 рублей. Большие вот эти листы по 99 рублей. Белые подсвечники с прошлого года. А вот эти бусы
Там ниточка 4 метра и стоят бусы 55 рублей. Они разного цвета, серебристые, золото, розовые, красные и голубые. Вот это интересная новинка. Не было в прошлом году такого, я не видела. Это ящик для новогоднего подарка. Сделан из фанеры. Размер 19 на 12 и на 10 сантиметров. Дизайн разный. Стоит такой ящик 249 рублей. Набор деревянных елочных украшений. Симпатично выглядят санки, шапочки, коньки, рукавички. Тут 10 штук, стоит 249 рублей. Расцветки есть разные. Следующая декорация называется керамическая елочка. Правда, сделана она из доломита. Цвет разный, фактура разная у елочек. Стоит 249 рублей. Тигрят мы с вами уже видели, но давайте еще вам покажу. Тигрята из доломита, достаточно дорогие, 299 рублей. Как вам такая цена? Дальше посмотрим носочки и шапочки. Носочки хорошенькие, толстенькие, 40 сантиметров. Вот такие тут стразы блестят, но и не дешевые. 199 рублей такие носочки. Есть разного цвета. Зеленые, голубые и красные. Дальше очень хорошенькие носочки, неяркие, с такими оленятами. Есть там и другие рисунки, толстые носочки. Есть петельки, чтобы подвесить. Цена 199 рублей. Целая стопочка, выбирайте дизайны. Дальше носочки потоньше, со снежинками. Сверху тоже опушка, есть вот такие помпончики. Петля, чтобы подвесить. Такой носок 149 рублей. Смотрите, какие длинные колпаки привезли. Толстенькие, приятные, такие бархатистые. И длина у него аж 84 сантиметра. Очень длинный колпак. Цена колпака 199 рублей. А вот такие декорации. Гномики, ангелочки. Ангелочки в высоту 40 сантиметров, стоят 299 рублей, но нужно выбирать качество, как-то вот у первого попавшегося так себе. Думаю, что можно подправить, но лучше повыбирайте. У них разная одежда, платьица розовые, бежевые, зелененькие, белые, 299 рублей они стоят. Рядом вот такие милые гномики, чуть осыпается у них снежок. Мягкие шапочки длинные, и это новогодние светильники. Стоят они 299 рублей. Батарейка тут уже в комплекте, светят они теплым белым светом. И светильники в разных дизайнах, есть еще снеговички. Вот такие крошечные сувенирчики в подарочных пакетиках, фигурки, в шапочках. Цена такого сувенира 99 рублей. Очень милые сувенирчики, мордочки тут разные, шапочки такие милые с помпончиками. 99. Небольшие гномики, стоят 249 рублей, в высоту 20 сантиметров. На дне у них что-то тяжеленькое вставлено, чтобы они не заваливались. Блестящие шапочки, носочки и рукавички. Торчит только нос. Одежда разного цвета у них, но тоже выбирайте, есть не очень ровные, 249 рублей. Переходим к стенду с гирляндами, называется гирлянда металлик, 2 метра, 10 светодиодов, вот такие классные золотые звездочки, работают от двух пальчиковых батареек гирлянда, стоит 299 рублей. Гирлянда новогодние елочки. 10 светодиодов, такие маленькие стеклянные баночки внутри елки. На такой гирлянды 299 рублей. Работают они от батареек. Такие фигурные гирлянды длиной 2 метра. Тут 10 светодиодов. Стоят 149 рублей. Работают также от батареек. Форма разная, есть сосульки, есть вот такие камешки.
За 199 рублей можно купить тоненькую ниточку, называется гирлянда капельки, 20 светодиодов, работает также от батарейки, расцветки есть разные, цена 199 рублей. Наборы елочных игрушек. Тут 24 штуки. Смотрите, и шишки, и барабаны, и маленькие подарочные коробочки. Размер игрушек 4 сантиметра, расцветки разные. Стоят наборы 199 рублей. Елочные декорации. 3 штуки. Вот такие интересные. Еловые веточки, шишки, бубенчики. В составе дерева джут, шишки, полиэстер. Полистирол, ПВХ. Цены, к сожалению, пока что не было. 149 рублей фигурные свечки, 4 штуки. В форме елочек, шишек, цвет разный. Подарочные коробки большие, 19 на 19 и высота 10 сантиметров. Стоят такие коробки 249 рублей. Есть разные дизайны, разные расцветки. Коробочки поменьше, размер 16 на 14 на 8 сантиметров, с оленями, с бантиком, стоит 149 рублей. Рулончики с подарочной бумагой по 27,50. Размер листа метр на 68 сантиметров. Большие красивые новогодние подсвечники, перфорированные, рисунок елочка, снежинки, сделаны из доломита. Цвет белый, красный и бежевый. Цена 299 рублей. На этом заканчиваю обзор, но думаю, что это далеко не все новинки. Думаю, будут продолжать выкладывать, будем смотреть, рассматривать. Спасибо вам за просмотр. Если вам видео понравилось, не забывайте его оценивать. Также подписывайтесь на мой второй новый канал, где я снимаю обзоры одежды. Ссылка будет внизу под этим видео в описании. Всем спасибо за просмотр и всего хорошего. Пока-пока.